Вчера мы сюда приехали. Мы сейчас на фуру и на такси поедем. Да. Чего? Кобру вместо него загрузи. Да, смотрите, кобру надо заталкивать, поэтому нам нужно больше народа. И скорее всего нам ее придется поперек самый последний поставить. 4 человека там. Нам ее нужно будет сразу поперек поставить в самый конец. Да, ее закатите. Нет, мы ее не закатим. Ждем нет, я понимаю, руками ее придется сталкивать. Ее вообще придется поднять и поставить фуру боком. Слушай, может вместо квадра какого-то из ваших, Николаевич доедет на нем. Фура не идет, этот самый. Она идет сразу в Москву. Я могу сесть Машу на хвоста. Мы можем как Хонду, так и вот тот этот поставить. Погоди, что? Систек без проблем тут поставим. Да. Но только нужно, чтобы всеми подошли, подняли и поставили туда. Но он же не едет. Что, его на трассе тащить туда 40 километров? Как знаете. Стоп. А когда летит?